Презентация Delinte DS7 Sport обошлась без лишних слов, хотя и не без толики пафоса. Пилот сел за руль BMW M2, а затем начал вытворять восьмерки и другие трюки, которые требуют от шин незаурядного сцепления. Когда вау-эффект улегся в головах зрителей, создатели добавили, что вместе с высокой производительностью они вложили в шину способность поглощать вибрации. Это равноценно словам о мягком ходе и невысокой шумности. Главное в строении протектора. Когда стрелка скорости упирается в предел, усиленная центральная структура сохраняет автомобиль устойчивым. Когда на дорогах много воды, крупные полости по бокам оберегают от раннего аквапланирования. Много отзывов о Delinte DS7 Sport читайте на сайте автосеть.by.